Михаил Викторович, какие слабые и сильные стороны вы увидели при разборе сборной Италии перед сегодняшним матчем? Сборная Италии давно достаточно играет в этом составе, и у нас были возможности разобрать их игру досконально, и, в принципе, нам все, что мы задумали, удалось сделать. К сожалению, немножко опять у нас с реализацией моментов подвела. Я думаю, что уже во втором тайме надо было сделать счет 3-0, а еще лучше 4-0, но не все у нас в этом плане пока получается. Зато здорово сыграли в обороне ребята, очень самоотверженно, очень дисциплинированно. Это и нам позволило опять пропустить не более одного гола, что является, в общем, такой гроссмейстерской нормой в пляжном футболе. Ну, кстати, вы как-то отрабатываете игру в обороне, да? Разбираете соперника по всем компонентам? Да, безусловно. Мы разбираем очень внимательно всю игру соперника, их позиционное нападение, стандартное положение, действия в начале атаки. Как бы, да, конечно, и мы внимательно все изучили. И ребят сегодня на 100% выполнили установку и сыграли очень здорово. Намного лучше, чем вчера, на мой взгляд. Сборная Португалии стала принципиальным соперником для россиян в последнее время? Да, конечно, это грант европейского пляжного футбола, да и мирового тоже. И я думаю, что завтра нас ожидает большой матч, большой финал. Пользуясь случаем, приглашаю всех зрителей на завтра поддержать. Я думаю, это будет красивейший, интереснейший поединок. И нам будет очень непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы кубок остался у нас.